Всем доброго времени суток, как говорится. А сегодня, я не знаю, зачем я записываю каждый день такие видеоролики, но я обещал то, что я целую неделю буду вот так вот выкладывать, так сказать, то, что я опять накопил 14 миллионов, и у меня уже на балансе 888 лямчиков. И я так увидел то, что у вас новые вопросы ко мне. Так что давайте по традиции ответим на них. И первый часто задаваемый вопрос: за сколько я фармлю 14 миллионов? 14 миллионов я фармлю за 4-5 часов. И следующий вопрос меня немножечко, ну, распешил. Ну, в принципе, это логично, потому что меня спрашивают: зачем тебе столько денег? Я могу, так сказать, ответить двумя способами. Первое, я так хочу, потому что я хочу видеть на своем балансе миллиард. И второе, ну, лимитки же выходят. Я не хочу фармить, когда выходит лимит. Я хочу просто вышло обно, все, сразу же я иду и покупаю лимитку. Без всяких, без Б просто. Так что вот так вот. В принципе, оказывается, тут два вопроса было, потому что там было 20 комментариев, и половина почти из них спрашивали, как, за сколько я фармлю 14 миллионов. Я, кстати, знаю то, что у нас уже через меньше недели, 7 января будет, оказывается, год каналу, так что будет стрим, так что можете зайти, и тогда мы будем фармить 14 миллионов на стриме, либо же я уже зафармлю. Так что ждите. Ну, как я, так сказать, сказал, сегодня вторник, я должен сегодня был нафармить 888 миллионов, а уже завтра, в среду, я должен буду нафармить до 902 миллионов. Завтра будет хороший день. Больше ничего сказать, ждем завтра. Ну, а мы на этом не прощаемся, ведь мы в интернете, а это значит, что уже совсем скоро увидимся.